у нас есть такой маленький-маленький тюбик, и называется этот тюбик блаженства. Да. Кто-нибудь хоть пользовался? Да вы не лицо мажьте. Написано, что мазать-то. А лицо тоже хорошо. Он так видит. Ну, вот у нас народ всегда, что не попадет под руку, мажет на лицо. А мазать на совсем другие места. Дискомфорт убирает, да? Да, убирает дискомфорт. Убирает патогены, которые рано или поздно появляются, потому что у нас возраст там с маской естественно уменьшается, значит, гиалуронки меньше вырабатывается, значит, вода не притягивается. Что значит гиалуронка сама по себе? Она же ничего не значит. Она интересна только тем, что она удерживает воду, влагу, хоть где. На в этих хрящевых коленки затрещали, все, надо глотать что-то, что содержит коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту, чтобы не было потери воды, что? Не было растрескивания. А что содержит коллаген? Содержит коллаген, сколько бы мы его ни ели, ничего не получится, потому что, хотя нам говорят, надо есть больше холодца, это все неправда, девушки, потому что коллаген – это четвертичный белок, который состоит в основном из трех оксиаминокислот. И эти аминокислоты образуются только в организме. Если вы их съели, вы их просто транзитом, все они ушли от вас, нету. Из них ничего не образуется. Поэтому нужно, чтобы были предшественники. Предшественники. Или заставляли в организме вырабатываться эти аминокислоты. Для этого у нас есть много продуктов, которые содержат морепродукты, например. Это морикат, это для сердечной мышцы в основном. А у нас есть СБЛ Арт, это гидролизаты морских беспозвоночных. Вот все, что касается, а лучше вот из природы все брать. Угу. Я думаю, что очень правильно делают те, у которых есть все свое, собственное хозяйство. Как верите? Да. А куриц разводит кто-нибудь? Нет? Как там Архангельская область у нас? А жалко, что не разводит.